Так вот вы кого ждете и постоянно о нем спрашиваете. Нет, должна вас разочаровать. Парня, к сожалению, здесь не было. Доктор, а почему так? Почему люди влюбляются невзаимно? Я, к сожалению, доктор-хирург, а не психолог. Но думаю, что даже самые лучшие психологи в мире не поймут нашей женской логики. Я был влюблен в ее образ, исходил медленно с ума. Ладно, вам нужно отдыхать. Волноваться вам сейчас нежелательно. Я был влюблен в ее тайна.